Очень много событий, да, вот таких вот происходит в жизни автора сейчас. Очень много открытий, информации ему пришло, которые он сейчас не может все раскрыть, а всему есть определенное время, когда он только раскроет тем людям, которые подготовлены и которые идут за ним, читают его информацию. Например, вот как сейчас он пишет свою заново «Альтернативная история», обзор тоже, который я статьи выкладываю на моих сайтах везде, на всех площадках. Читайте, следуйте, изучайте. И просто он объясняет, что все дозировано, так же, как ему приходит эта информация оттуда сверху дозирована, а когда он рассказывает свою альтернативную историю, когда приходили посланники к нему и давали определенные ключи там всякие разные, также и сейчас вот это все происходит, но уже открылось очень максимально много, он даже знает, когда прилетят инопланетяне к нам, все это будет делиться своей с сентября в альтернативной истории, это следующая услуга, следующий сезон, вот, где он будет рассказывать, опять же, те, которые будут там участвовать, люди. Вот. Ну и также показал Александр в своем новом видео артефакты, которыми он увлекается и очень вкладывает много денег, много там показал, маска какая-то новая, мексиканская, такая своеобразная, мистическая, прямо энергетически заряженная, потом там кристалл показал, крест показал, в общем, ну, много таких вот штучек, артефактов, камни, минералы, он всегда сейчас увлекается и делает карточки, об этом у меня есть отдельное видео, я рассказывала, как это воздействует на людей, заряжает их энергетически и ограждает от всего плохого в жизни. С экрана через видео Александр нам донес, что он сейчас в таком вот положении, что он, как бы это взять, если, допустим, он еще работает в крупной корпорации, да, менеджером, а ну уже вот без пяти как минуты босс этой корпорации, ну и еще носит кофе боссу своему как менеджер, вот, вот такое ему уготовано будущее. Собирается он переехать в Карелию, где строит свою ферму, об этом я говорила в предыдущем обзоре своем, из его же видео, июньский выпуск. И автор привел такой пример, что если взять вот фильмы, есть «Матрица», потом «Ной», потом «Цари и боги», и вот он как будто бы вот есть главный герой вот этих всех фильмов, всех вместе взятых. И вот такая сейчас судьба ему уготована. И все, кто верит, все, кто в его информацию верит и идут за ним, он желает им всем быть открытыми людьми, слушать правильную музыку, вести, опять же, здоровый, правильный образ жизни. И быть на правильном пути, слушать свое внутреннее «я» и не вестись на всякие такие вот искушения в жизни. А такие, как он приводил там примеры, что есть молодые люди, которые любят все так постырить, например, там программу лицензионную скачать. Это очень плохо так делать в жизни. Вот на всякие такого рода искушения такими хитрожопыми не надо быть, он говорит. Поэтому делайте выводы. Вот такой мой длинный видеообзор. Благодарю всех за внимание. Делитесь со своими друзьями этой информацией. Ставьте лайк.